Понедельник, 29 января 2018 года, на Первом канале состоится премьера 8-серийного сериала «Икра». Сериал можно будет посмотреть по 2 серии в день сразу после программы «Время» в 21:00. Генеральный прокурор предъявляет следователю Александру Костенко обвинение в причастности к смерти Аркадия Липмана. И так как ценный свидетель в деле контрабанды мертв, Костенко вынужден начинать все сначала. Он выходит на директора магазина «Океан» Потапова, но тот оказался крепким орешком. Костенко наносит неожиданный визит министру рыбного хозяйства Ямину. После крайне напряженного разговора Костенко с Яминым, правая рука министра Шубин получает задание вплотную заняться семьей Костенко. На жену и дочь Костенко приходит покушение. Костенко и Тина Патуту получают информацию о том, что следы контрабанды черной икры находятся в Грузии, на рыбном заводе в портовом городе Поти. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.